В этом видео мы покажем распаковку и обзор, краткий обзор курточки с подогревом от немецкого бренда Srilit Sports. Она сделана с тонкого легкого материала Sinsulate 3M. Значит, что мы делаем? Наш магазин Экообогрев нашивает на эти курточки элементы с подогревом. Вот сама курточка. И если вы заказываете опцию Powerbank, то еще Powerbank. В данном случае это на 17 тысяч миллиампер оригинальный Powerbank. Сами проверяем, тестируем. Аккумуляторы оригинальные, японские. Есть у нас, получается, 2-амперная зарядка с USB кабелем и Powerbank сам. Утеплитель здесь тоненький, но он очень легкий. Курточка вообще для активной носки. Так, состав полиэстер. Так, вот это вот нагревательный элемент системы. Смотрите, вот. Здесь вот, вот у нас пластины углеродные. Они на липучке здесь держатся. Вот они такие. Одна пластина на 0,5 ампера. Всего 2 ампера. 4 пластины. 2 пластины на лопатках и 2 на почках. Система 4 нагревательных элементов с 1 кабелем. Ну, этот кабель от другой курточки. Там немножко другая система, поэтому не обращайте внимания. Вообще тут будет меньше проводов. Значит, это все заходит у нас сюда, в карманчик. Сюда засовываем Powerbank, это у нас пульт от управления. На данный момент на съемку видео пульты еще не пришли, поэтому здесь стоит такой тумблер. Тумблер — это включатель, включить-выключить. Соответственно, температура обогрева стационарная, ориентировочно 55 градусов. Если с пультом, там будет от 35 до 65 градусов. Три режима обогрева, а также, возможно, один или три режима таймера автоотключения. Powerbank у нас 2 и 1-амперный выход. Значит, чтобы была максимальная температура, нужно 2-амперный выход. Если меньше нужно, можно 1-амперный. В данном случае, если нет терморегулятора, вот, можно пользоваться 1-амперным. Тогда будет экономный режим обогрева. Ну, скажем, градусов 40. Сейчас одеваем. Вот, вот такие вот манжетики. В общем, куртка подойдет для рабочих людей, которые в движении. Если вы сидите, рыбак, охотник, еще чего-то, понятно, что нужно теплее курточку. Вот, она больше рассчитана на легкие движения, потому что движение она, ну, очень комфортно сидит. Так, значит, вот я надел. Чтобы переключать, нужно вот здесь с этим пультом включать-выключать. Если будет кнопочка, соответственно, можно выбрать температуру. Значит, перед стиркой желательно, не желательно, обязательно нужно вынуть нагревательные элементы. Вот. Они соединены здесь липучкой, и вынуть также эту всю систему вместе с пультом. Высовываете и отправляете курточку на стирку. Стирка у нее градусов 30, деликатная. Что еще? Значит, 2-амперных обогревателей. Если 10 тысяч миллиампер у нас Powerbank, включить полностью, не выключая, на максимальный уровень, то их должно хватить около 6-7 часов. Но опять же таки, это зависит от температуры воздуха. Опции цены курточки с Powerbank есть на сайте eco-obogrev.com. Там можно заказать эту курточку с доставкой по Украине, а также за рубеж. Оплатить можно наличкой при получении. Данные курточки шьются на данный момент, на момент съемки этого видео, шьются по заказ, поэтому минимальная предоплата берется изначально. Это вы можете уточнить у консультанта. Также в нашем магазине есть стельки с подогревом, шьем носки, жилеты, ошейники, пояса, ну, в общем, и другая продукция. Ссылку под видео я оставлю. Также принимаем заказы, индивидуальные оптовые заказы под пошив другой одежды с подогревом. Спасибо вам за внимание.